Ивановские наркополицейские изъяли из незаконного оборота более 2,5 килограммов наркотиков. Сначала в управление поступила информация о незаконном хранении оптовой партии опиатов с цыганами. В ходе проверки действительно удалось найти 530 граммов героина. Хранился наркотик у гражданина, ранее судимого за аналогичное преступление. Кроме того, сотрудниками наркоконтроля пресечены каналы поставки на территорию области оптовых партий марихуаны. До потребителей не дошло целых 2 килограмма растительного зелья.